Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров. За моей спиной вы видите Опера Хаус. Это один из самых замечательных мест, одно из самых замечательных мест в Австралии, в Сиднее. И это знаковое место. Когда мы говорим об Австралии, мы вспоминаем кенгуру, коала, мы вспоминаем группу AC/DC. Мы вспоминаем Биджиз, группу, которую вспоминают, наверное, меньше людей, но все-таки достаточно много помнят братьев Гибб. Мы думаем о том, что вот, пожалуйста, это место, которое олицетворяет Австралию. Это работники, допустим, службы охраны в то же время. Он сейчас подошел ко мне, посмотрел, что я снимаю. И очень доброжелательный человек, такой улыбающийся. А это вот и есть Австралия. Но Австралия меняется. Если вы видите людей за спиной, это не только туристы. И Австралия изменилась. Австралия резко начала строиться. Своего рода такое американо-азиатское, европейское влияние. Австралия пытается успеть и преуспеть, в принципе, за гонкой, в гонке за остальным миром. Меняется этнический состав, становится много тех, кого мы называем азиатами, индусами, людей с африканского материка. И я ожидал одну Австралию, когда ехал сюда. Я получил другую Австралию. Но, если честно сказать, эта страна не хуже. Когда вы едете в Австралию, всегда должны помнить, это страна, которую вы любите, страна, которую вы полюбите, но страна, которая изменится. И, скорее всего, к тому моменту, когда вы приедете в нее, эта страна будет другая. Готовы ли к изменениям вы? Готовы ли вы сами меняться? Вот это вот большой вопрос. И если вы не готовы к этим изменениям, я бы сказал, что не то, что оставайтесь дома, меняйте себя. Мир настолько быстро меняется, меняются технологии, меняются люди, меняются политические взгляды, меняется все. И если вы не будете готовы к этим изменениям, я думаю, что вы проиграете. Вы проиграете вне зависимости от того, приедете или не приедете вы в Австралию, приедете ли вы еще куда-то, останетесь ли вы у себя дома. Если вы хотите быть всегда на гребне волны, вы должны понять и принять это быстро меняющееся время. Вы должны ознакомиться с самыми передовыми технологиями, самыми передовыми, может быть, какими-то общественными течениями, мнениями. Вы можете их не разделять. Вы можете в какой-то степени даже себя позиционировать в виде оппонента всего этого, но вы всегда должны быть в мейнстриме, вы всегда должны, ну, как говорят, не имеете возможности сопротивляться, тогда возглавляйте. И если вы сумеете адаптировать себя к этим условиям, вы выиграете. И тогда для вас и это Опера Хаус, и это Австралия, эти люди будут друзьями, будут вашей родиной. Вы войдете в мир самими собой и с этим миром, и вы будете счастливы. Спасибо.